Всем привет, народ! С вами Филаор. И да, я наконец-таки здесь. Ура! Так, и сегодня мы посмотрим на что-то непонятное. Я не знаю, что это за игра. Мне посоветовали ее как прям must have, что я прям должен ее пройти и должен посмотреть. И мы нажимаем на play. Daniel Mullins Games. А, это девольверы? Девольверы хорошие делают игры, okay. Насколько я помню. Ладно, время выяснить, что это за фигня. О, звуки старого флоппи. Inscription! А здесь по-русски. Так она русифицирована или нет? На самом деле, эту игру я не купил, я честно признаюсь, я ее спиратил, и я думал, что она полностью на русском языке, но нет. Так. Лады. Настройки. Настройки! Мысли. Ладно, хорошо. Сейчас пропустим небольшое отступление, так. Так, ладно, я настроил настройки, как будто бы я знаю, что я настраиваю. Окей, так, может быть, escape поможет? Да, escape, это хорошо. Я не понимаю, что происходит. В смысле? Вы хотите сказать, что я еще испиратил не игру с самого начала? В смысле, я спиратил чью-то игру? Так, нет, ладно, ребят, спокойно, вроде так и должно быть. Я уточнил у своего мастера Оракула, что это должно делаться так. Ладно, я себе ничего не спойлерил дальше, если что, поэтому мы выбираем чувака, который подбирает мусор, и... Это очень иронично, знаете? Сейчас игра немного под... Вот так, давай... Давай. Она имитирует старые какие-то консоли или что? Почему она так долго загружается? Здравствуй. Почему ты такой громкий? Я вроде бы... Очередной соискатель. Прошла целая вечность. Вероятно, ты забыл, как играть в эту игру. И как, что ли, в теме? То есть ты знаешь, да? Он знает о том, что меня долго не было, ладно? Я вообще забыл, как играть в игры. Позволь мне напомнить. Играй белкой. А я не хочу. Это как Stanley Parable? Я могу выбрать что-то другое? Этой карте нужно больше жертв. Так это что, карточная игра? Ладно, я не очень люблю карточные игры, на самом деле. Но я надеюсь, что это только вступление, лады. Белка, ладно. Ну, допустим, сюда. Ладно. Подчиняться воле странного существа из тени, это как-то меня немного что? Это, наверное, одна капля крови необходима кем-то. Благородная смерть. Игра Игорностая. Волку нужны две жертвы, у тебя их недостаточно. Чтобы завершить ход и начать атаку, используй звонок. Почему делать какой-то припадочный звонок? Тинь. Перед твоим Игорностаем никого нет. И слава богу. В левом нижнем углу написаны очки атаки. Один. Твой Горностай нанес мне 1 единицу урона. Я добавил ее на весы. Ты победишь, когда моя чаша перевесит твою. Вот так. А теперь мой ход. Твой Горностай встал перед моим койотом. Ау! Мой койот нанес 2 единицы урона твоему горностаю. Значит, здоровье твоего горностая уменьшилось на 2 единицы.
Это логично. Если здоровье снизится до нуля, существо умрет. То есть мне остался еще один тычок. Ага. Белку или карту из своих рук. Так, ладно. Так, мне нужно больше жертв. У меня уже пострадал горностай. А волк, он круче горностая? Ну, наверное, он же больше. Наверное, возьмем белку. Сам такой. А, скука. Понятно. Да, Мы ходим не по очереди, мы ходим, пока не завершится ход. Хорошо. У меня есть волк. Да-да-да. Не волнуйся, зверь принесен в жертву, но он все еще в твоей колоде. Он страдал, но ты его еще увидишь. Мне показалось, или он двигался? Волк! Волк будет двигаться? Волк, нападай ему! Это сраный облезлый койот! Так, да, назад. Не настолько назад. Давай. Ты еще учишься, так что я пропущу свой ход. Как великодушно. А на самом деле это вообще кто ты? Ты, в смысле, где я? Кто я? Кто ты? И снова дилемма. Случайная карта из колоды или привычная белка? Да, ну давайте карту из колоды. Мне всего их две. Черепаха. Черепаха? Кровавая черепаха? Ну ладно, хорошо. Она танк. Как бы логично это ни звучало. А я могу выставить? А я не могу выставить. Потому что у меня некого принести в жертву, да? Мне нужно два человека. А я могу хищников тоже приносить в жертву или только белок? Сколько урона, столько и грузов. Три. Мысли, а у тебя кончились карты? Я возьму белку. Я возьму белку, и я не буду убирать своего волка, потому что мой волк топ. Он затащил в одиночку. Ну, естественно. Но чем дальше, тем сложнее. Я так и предполагал, что он просто мне поддается, поэтому... Я позволю заглянуть в мое прошлое. Хотя он уже стал угадывать его. Ах да. А, ну спасибо, лор попер. Ты заблудился в лесу. Перед тобой появилась тропинка. Хорошо. Ты в местном карточном клубе? Посреди деревни? Наверное, начался дождь. Мы вошли к мастеру игр, и он такой... Он настолько страшный, что его показывать нельзя, и поэтому это цензура, это все вот это вот. Тропинка. Ладно. Тебе осторожно приблизились двое лесных обитателей, которых я, собственно, не вижу. Ядовитая гадюка, ее яд смертелен для всех. Для всех? А ну у нее мало жизней. Бессмертная кошка, если принести ее в жертву, она не умрет. Так, ты же сам сказал, что у меня карты, которые умирают в колоде, они возвращаются ко мне в колоду. Значит, они все бессмертные, а причем здесь кошка? Только одна карта украсит твою ничтожную колоду. Блин, музыка здесь сильно давит. Я не могу решать в такой давящей обстановке, но она бессмертная. Бессмертие — это же хорошо. Я пока не совсем понял, что это значит, но если нам сказали, что это кошка бессмертна, значит, это чем-то отличается от того, что я сказал ранее, поэтому... А, да! Узри справочник. Много жизней, карта с этим символом выживает после принесения в ж... В смысле, она остается на доске, да? Прикосновение смерти. Когда карта с этим символом наносит обидчику урон, то сразу погибает. А, то есть ты одноразовая и смертельная, а ты многоразовая и бесполезная.
На самом деле сложный выбор. Просто две стороны одной монеты сильно в край. Так, давайте кошку. Твой караван пополнится еще одним существом. Всего? Одним? Некоторые лесные существа пытались идти за тобой по пятам. И сдохли? Ну, позади меня черепок, наверное, этот... Оу, а здесь такой прикольный эффект. Или это у меня просто игра подтормаживает? Я не верю, что это так. Я более-менее обновил видеокарту, и поэтому этого быть не должно. Ты нашел оставленный кем-то рюкзак. Нашел белку в бутылке. Разбей ее в экстренном случае. Возьми еще. Спасибо. Еще один полезный инструмент. Может перевесить шансы в свою пользу. Твою пользу, наверное. Ага, я больше три вещи носить не могу. То есть это не карта, это именно бутылка, в которой находится карта. Ну, смотрите, я уже дошел до третьей клетки. А мы молодцы, а мы идем дальше. Оу, разбойники? Попал в засаду посреди бездорожья. А ты этого не видишь, да? Теперь ты можешь заранее видеть мою предстоящую атаку. Блин, это сильно по-читерски. В смысле, я понимаю, что я еще новичок, но... Сильно передо мной он стелится. Меня это напрягает. Это дьявол? Почему у него так сильно горят глаза? Это такой... Это похоже на эффект из старых мультиков, когда чувак очень безумен. Наверное, это дьявол. Дьявол или я не знаю. Ну, с кем я еще могу играть в карты, при этом не зная, где я, что я, и у него говорящие карты. Это по-любому дьявол. Пока подыгрывай ему. А почему только ты анимированный? Моргает. Не знаю. Горностай. Этим все сказано. Так, ладно. Можно я посмотрю? Я понял, это можно делать на мышку. Пень, булыжник. Это бесполезные карты, да? Они не дают урона. Так. Ну ладно, давайте играть. А я могу взять. А, понятно. Вы там успокойтесь. Как я понимаю, вы в моем распоряжении, так что если что, я вас освобожу, если надо. Поставить без... Нет, поставлю горностая. Да. Как я понял, если вот в этом ряду никого не стоит, значит я бью его. Потому что его никто не защищает. Да? Я очень плох в картах играх. Ладно, давайте поставим горностая. Ну давай, let's begin! В смысле, у меня их всего две? А я не знаю, сколько у тебя карт. У тебя, наверное, вообще миллион. Ага. Остерегайся энергичного волчонка, он быстро взрослеет. А зачем? Он превращается в волка, да? Через один ход. Да, через один ход. А какой в ней смысл? Можно же просто выставить волка. Он что-то играет со мной. Он играет мне на нервах, скорее всего. Так, наверное, лучше взять... Давайте вот так. Если что, у меня белка еще здесь есть. Я могу взять еще? Ладно. Ну, вроде бы все. Поехали. Ага! Ну так тебе и надо, бей камень. Летучая мышь, будучи летуном, атакует соперника напрямую, минуя су... А в смысле? Это читерно?
Так, но у нее всего одна жизнь, Горностай с ней, в принципе, расправится. И нормально, у меня больше негде некого поставить, они будут бить пни, это тоже не очень хорошо. У тебя скоро булыжник сдохнет. Наверное, мы возьмем... Кошка не умирает, да? То есть я могу выставить белку. Я выставлю белку, заменю ее на кошку. Это означает, что в следующем ходу я могу что-то сделать с этим. Так. Кошка. Хорошо. Если я сейчас возьму белку, зачем нужна кошка? Вот она бессмертная, это да, но... Она же в остальном бесполезна. Вот я ставлю белку, и мне надо выставить кого? Блин. Я поставлю волка... А кто первым бьет, я или он? Очень интересный вопрос, потому что если я сейчас поставлю волка и ударит первым он, то капец. Да, она не умирает, отлично. Но у меня есть горностай, так что, в принципе, мне нечего бояться. Давайте. Нет, это был я. И берем вот это. Какие у меня скучные карты, они все время повторяются. Не могу сделать так, что... Эй! Эй! Я победил! И прошел мимо окровавленной тропы. Меня животные в осаду взяли. Меня взял волчонок, летучая мышь. Животные уже умеют делать засады. Интересный вы мир продвигаете, сэр. А, блин, самая важная карта, да, волчонок. Кроткий воробей недорого обойдется, если брать хиленького. Карта с этим символом атакует противника напрямую, даже если напротив есть препятствие. А, это вот этот вот знак летуна. А, да, давайте возьмем ее. Так. А я... Подождите. Он что-то мутит. Я же уже прошел достаточное расстояние по карте. Я точно был уже на второй базе. Я помню, как я переходил на третью, и я снова на второй... Что-то в этой музыке, что-то в этой атмосфере, что-то в этом парне не так. Во мгле ты наткнулся на странные камни. Ты был вынужден избрать достойную жертву, которой ты лишишься навсегда. А может, я не хочу? Может, а можно я не... Ну, блин. А кошка бессмертна. А кошка не уйдет, она бессмертна. Жертву, которую я лишусь навсегда. Давайте. Она бессмертна, я верю, что... Я кинул взглядом свой зверинец и выбрал здорового носителя. Нет. Я пока что в этой игре никому не могу доверять, потому что я не знаю, где я нахожусь. Выбери меня, нифига себе нахал. Это же все его карты. Это все... Да, вот именно. Если мы и правда играем против дьявола, а это его карты, то вот эта карта, она явно непростая. Даже не знаю почему. Наверное, мне не стоит ее слушать. Она же подчиняется ему, верно? Давайте выберем самого... Выбрал здорового носителя. В смысле, это у кого больше жизней? Или просто карта, которая мне больше всего нравится? У меня есть два волка. Или в смысле, я вообще волками... А, нет, стоп. Я же ее не принес в жертву, верно? Значит, волк у меня останется. Ладно, у меня есть один волк. И с ним ничего не случится.
Вот ради эксперимента мы воспользуемся волком. У меня появился волк с горящими глазами. Жуткое зрелище. Кошка отдает свою душу, а волк ее принимает. Так кошка же бессмертна. Да, она у меня сейчас в колоде окажется. Лось. Осторожно, впереди лось. Или это ворон, стоящий на башке лося. Отчетливо его вижу. Давай. Ну, чем? Ты меня порадуешь сегодня, хотел я сказать, но лучше бы, наверное, не стоило. Узри мой тотем, он добавляет символ летунов моим псом существ... У тебя летающие собаки? Охренеть, на меня нападают летающие собаки. Это кто? А, да, койот же тоже псовая. Блин, эта игра какая-то сложная. Она усложняется с каждым ходом. У меня есть волк с горящими глазами. И у меня нету другого волка. Или есть? Он просто в колоде. Ладно, это все сильно сложно пока что для моей головы. Так, играем из того, что умеем. Если проиграем, посмотрим, что мы будем делать дальше. Так, черепаха. Что у меня там есть? У меня есть летучая мышь, которая бьет через меня. Мне тебе напомнить, предметы на столе могут тебе помочь. Я пока воздержусь. Мы не играем сильно просто. Мы не поддерживаем помощь, пока она в этом не нуждается. Так, койот. Летающий койот. А по статусам они, в принципе, одинаковы. То есть летающий койот — это все равно, что летучая мышь. Херовый такой койот на самом деле. Давайте поставим, неважно против кого... Я могу поставить только воробья. Поэтому я возьму... Мышка туда. Ау. Ага. Получается, я никого не возьму. Я буду страдать. Или взять одну белку. Но у меня не патовое положение, поэтому нет. Мой тотем одарил моего койота символом летунов. А, по-моему, мне не следовало этого сейчас сделать, да? Давайте белку. Так, благодаря этим двум белкам я могу... Так, стоп, погодите. То есть волк взял на себя свойства кота. И теперь это котопёс. У меня есть котопёс, так, ладно. Мы сможем вызвать белку. Я выбираю белку. Я выбираю волка, который на самом деле большая белка. А в смысле, всем же псовым. Почему мой пес не летает? Ну, котопес. Он должен хотя бы наполовинку летать. И получается, я могу принести жертву волка, поставить воробья. И в этом не будет никакого смысла. Было его сюда ставить. Потому что они будут бить через друг друга, но не друг друга. Вот я дебил. Так, ну ладно. Черепаха пока что у меня остается в заначке. Я могу что-нибудь взять? Ладно. Поехали. Так, ну хотя бы койот отреснуть. Ай. Ау! Вот я и проиграл. Ну да. Да, быстро мы поиграли в игру. Мягчить мое разочарование может разве что еще один урок. Ай. Я так умею. Подай мне подсвечник. Он на бочке, что у двери. А? В смысле? Это разве не подсвечник? Тут зацензурено. Я могу ходить. Так, это какие-то загадки. Либо это картина стола, либо я так офигенно выгляжу.
Сейф. Если я могу его обокрасть? Есть сейф. Есть сейф, который по-любому связан с часами. Так, тут есть что это? На. А! Принеси его сюда. А я уйти не могу. У-ху-ху. У тебя есть рука. Так, ладно. Все-таки там есть сущность. То есть это не просто глаза из темноты. Но судя по рукам, это дьявол, да. Его руки я узнаю везде. Но учитывая то, что я не могу смыться. Учитывая то, что... Вот эта хрень не сильно-то похожа на грозу. Это точно дьявол. Я у него в западне. Надо перерубить веревку. Еще подсвечник. Я могу тебе много принести. Блин. Но я тебе не могу разглядеть. Ладно, тебе нужен был подсвечник, на. Мне надо вернуться за стол. На. А теперь сядь. Окей. Позволь тебе кое-что разъяснить. Это было твое право на ошибку. Если проиграешь снова, я принесу тебя в жертву. Так, на чем мы остановились? Ну это... Ну да, это дьявол. Ему же не интересно просто так вот быстро меня выиграть. К тому же я новичок. Ему интересны эмоции от игры. Все-таки ему должно быть скучно. Он же вечный чувак. Так, ладно, я проиграл. То есть ворон на башке оленя — это босс. Будем знать. Дикобраз. Вспыльчивый дикобраз. Те, кто нападут на него, ожидают колючие иглы. Ну, волк у меня уже был. А волк с грибочком? Это грибочек? А почему? А как? По-моему, это вот... Все можно охарактеризовать в этой игре именно этими словами. А почему, а как? Ну, грибочек. Это грибочек же, да? Олень. Вертлявый олень перемещается после нападения. Кобраз или олень? Я не знаю. Так, ну-ка, еще раз. Бегун. В конце хода владельца карта с этим символом перемещается в сторону, изображенную на символе. Мне ни хрена не понятно. Так, ладно, дикобраз. Нет, нет, я не выйду, я на посмотреть хотел. Я хотел просто глянуть его. Ладно, у меня теперь есть дикобраз. Наверное, это лучше, чем волк. Поэтому... Так, это камень, который я могу принести жертву. А я могу свою колоду карт посмотреть? Я могу только погулять, да? Есть костер. Давайте на костер, я не помню, были ли мы у костра когда-то. Нет. Ага, я помню, я их только что видел. Ты набрел на небольшую группу выживших. Они столпились вокруг костра, изнемогая от голода. Их взгляды были прикованы к твоим существам. Подойди, пусть один из твоих зверей согреется у костра, сказал один выживший. Согрей зверя у костра, его сила увеличится, сказал другой. Ты заметил, как один из выживших вытер текущие слюни? О. А может тебя принести? А может быть волка? Мне все равно их два. То есть это бессмертный волк, что уже как бы круто. Но они основные нападающие карты. У меня-то больше практически никого нету. Дай почитай, я тебе все-таки почитаю. Колючие иголки. Когда карта с этим символом получает урон, одна единица урона. У тебя их и так два. А что он... Атака увеличится. Увеличится атака. Здесь атака один. Здесь
атака 3. У тебя атака... Вообще не вижу. Один, по-моему. Я не знаю. А почему он меня попросил подыгрывать им? Типа, чтобы ублажить своего мастера? Давайте черепаху. Мы черепаху толком не используем, потому что у нее очень мало... Она мало хитов отнимает. Так что давайте, черепаха. Черепаха, делаем пум. Бедный зверек грелся у огня, пока его параметр увеличился. Ну, бедный. Хищная черепаха. Один из выживших потянулся к нему рукой. У другого скрежетали зубы. Ты молча забрал своего зверя и ушел подальше от костра. Мы сбежали. Отлично, у меня есть немножко более хищная черепаха, чем она была. Все-таки на один... Это как-то странно. Это что? Он обезумел. Ты же это видишь? Ему начхать на правила. Жалкое зрелище. Довольно. Он хочет видеть, как я мучаюсь. Блин, так может... Я его пока не трогаю. Он пускай у меня пока что будет в колоде, и... Я вот так... Пихта великая. Есть пихта... Блин, они как-то различаются по статусу. Мощный прыжок. Карта с этим символом блокирует атаки существа с символом летунов. А я не могу ее никак передвинуть. После того, как я выставил карту, она не двигается. Гризли. Ага, гризли — это как волк, только жирный. Ну да. Жирный кусает еще немножко больше. Но у меня есть бессмертный волк. Может, он все-таки как-то выживает? А зачем? У меня же есть черепаха, которая... Нет, она. Блин. Могу поставить. А я никого не могу поставить. Почему? Потому что у меня нет белки. Я могу поставить горностая. Горностая я могу поставить пока что, чтобы уравновесить урон от гризли. Но не ему на пути. Да, наверное, так и поступим. Так, сюда. И... Горностай. Снова на доске. Ну да, как бы один против четырех. Ну хотя бы как-то. Хотя бы вот так. В следующем ходе мы возьмем белку. Нам проигрывать больше нельзя. 3. У меня всего 5 жизней. Да? Да дай пос... Дай по... посмотреть, дай. Да дай глянуть, сколько там. Ладно, допустим, 5 жизней. У меня всего 5 жизней, и лучше вместо горностая выставить волка. Или черепаху. Все-таки... Блин, ну волк-то бессмертный. Надо было изна... Нет, я не мог. Волк-то бессмертный. Ну и в гризли ушатает с одного удара. Однако я опять могу уравновесить. И тогда будет 4 урона против 4. Идеальная тактика. И у меня будет бессмертная карта. Блин, нет, у меня не будет бессмертной карты. А, я все просрал. Зачем я это сделал? Да ладно, будет 3 против 4. У меня есть еще 2 жизни. Нормально. Ладно, играем. Играем, играем. Да-да-да, я серьезно, я вошел во вкус. Ага, и... Мы справимся. Я верю в своего волка. Давай. На последнем издыхании. Но еще живы. И теперь у меня есть белка. Я могу белку поставить сюда. На ее место поставить черепаху. Бессмертный волк. И ты проигрываешь, парень. Не знаю, как там... Не знаю, как там дьявол, но против меня выходить играть было ошибкой. Я могу взять еще карту. И это карта воробья, которую... Блин, да я теперь имба! Ну, почти. А, так.
Если я возьму белку, а я могу взять белку, я просто поставлю белку сюда, мне перейдет урон. Но по идее не должен. То есть я могу поставить белку, и ты мне ничего не сделаешь, потому что ты ударишь всеми силами белку. Ее разодрет в клочья, но я останусь жив. И даже белка уцелела. Да я хорош. Итак, потом будет рюкзак или будет костер. Костер — это усиление. Рюкзак — это, по-моему... Это вот мне предметы давали из рюкзака. Я могу унести только 3, но я их пока не использовал, поэтому пойдемте направо. Ладно, я потихоньку шарю. Потихоньку шарю, я до сих пор не понимаю, что происходит, но потихоньку мы учимся выживать. Так мне же говорили, что ее больше не будет. Вероломный ворон, предвестник беды. Там, наверное, я его не буду брать. Зоркая жаба отбивает воздушные атаки своим прыжком. А вот это было бы интересно. Хотя ворон, он сильный. И летающий. Блин. А может взять еще... А у меня... Да, у меня следующим ходом костер. У меня есть еще один непреображенный вор. Да, все. Да, я решил. Я мега-гений. Костер. Вот последняя ячейка мне очень не нравится. Так, выживший... Так, это мы читали. У нашего костра есть место для одного зверя, сказал один выживший. Благодаря костру увеличивается его сила. Один из выживших не проронил ни слова. Ни один из выживших не проронил ни слова, но без конца облизывал губы. Нет, я перепутал! Я перепутал, это был не камень, это был... Но если мы поставим 5 черепаху... То есть они съедят мою карту, если мне не повезет. А то, что мне повезло в предыдущий раз, это... Это как-то считается или нет? Но он туда не хочет, значит, это что-то реально опасное. Черепаха у меня единственный танк. Блин, опять эта напрягающая музыка. Может, ее вырубить совсем, а? У меня есть бессмертный волк. Но черепаха... Прикиньте, черепаха завалит гризли. Ну блин. А может дикообраза? Но это опять же сила. Давайте черепаху. Эй! Так, один из параметров зверя силы увеличился у огня. Увидев, как один из выживших достает нож из кармана, ты решил уйти. Нормально, почти. У нас черепаха, почти гризли. Так, меня это смущает. И опять будут летающие собаки. Деревья начали смыкаться, и на тебя опустился холодный туман. Издалека донесся звон железа. В твою сторону ковылял какой-то мужчина. И-ха! Это был старатель! Блин, а он клево ведет игру, мне даже нравится. Блин, он чертовски хорош, адски хороший мастер. Так, этого у него не отнять, и у него наконец-то появилось более-менее осязаемое лицо. Очень дрожащая рука. Так, ладно. Мы не потратили наших приколюх. Белка, как я понимаю, мне даст белку. А что вот это значит? Я долбану его плоскогубцами? У него расколется маска? Вероятно. Так, у меня есть бессмертный волк. У меня где-то там есть танковая черепаха. А здесь есть койот и вьючный мул. Блин, очень давящая атмосфера. Очень давящая атмосфера. Так, нам надо убить койота, потому что он самый слабый. У меня есть для этого белка. И все.
Так, а они меня завалят вместе? Нет, он меня не завалит, поэтому я пропускаю ход. Вьючный мул бесполезный, да? Так, да, теперь я беру... Блин, очень давящая атмосфера. Что это за звук вообще? Металлический, это ты своими костяшками там трясешься, да? Да, коленки-то у деда трясутся. Приведи меня, так, так, ладно, ставим волка. Бессмертного волка. Мне не нравится, как размножился сейчас этот звук. Итак, волк. Так, мы убьем койота. Нафиг вообще здесь нужен мул, я не знаю. Гадюка. Еще раз. Ну сразу погибает. То есть она One Punch Man. One Punch Man в мире зверей. Она убьет булыжник. Булыжник-то ядом не возьмешь. По идее. Так, а кого? А мы еще можем поставить воробья. И воробей сейчас всех уделает. Воробей там убьет напрямую, поэтому... Ну да, поехали. Вот так воробья. И дикообраза поставим. Всех поставим. Понял, да? Понял? Вот так надо играть в покемонов, приятель. Да, он действительно убил камень. Офигеть. Блин, какая же музыка так. А, как же она бьет по ушам. Но я специально не буду делать потише. А тому, что, чтобы проникнуться атмосферой, я не знаю. А, гадюка. А гадюка... Гадюка не может меня убить, но зато я могу убить гадюку с помощью волка. Да? Я могу принести, так, бессмертного волка. Я могу принести... В принципе, ради волка можно и принести дикообраза в жертву. Да, я бы тебе сложил кукиш, если бы мог. Вот так. А, я думал... А он сам себе не бьет. А, это... Это карта, которую я могу видеть, которую он хочет поставить. Получается, в следующем ходе он убьет моего волка. Но мой волк бессмертный. Поэтому ты проиграл. А, волк. Хорошо, у него тоже есть эти животные. А у меня есть бессмертная черепаха-гризли. Ха-ха, ты проиграл. А теперь у тебя появились жизни, да? Ты ведь не надеялся на легкий поединок? А в этих картишках золото. В смысле? Золото? Я добыл золото. В смысле? Это мои карты. А у меня... Да нет. Да как? Да собака. А я... Так, ну... Блин. А я могу принести их в жертву? В смысле, с гадюкой это сработало, почему не сработает здесь? Если я поставлю белку? А теперь это не работает, как... Что за логика? То есть гадюка может отравить камень, но камень не может быть принесен в жертву. Ладно, это дьявол. Это точно дьявол. И у меня некуда поставить спасительную белку. За ними? Теперь-то я могу взять белку. Обычную. Или же эти карты были уничтожены сейчас совсем, или они вернулись в колоду? Это что-то странное, блин. Я реально не понимаю правил игры, в которую играю. Но надо бы уже начинать понимать. По крайней мере, вьючный мул меня не бьет. Это хорошо. Это хорошо. В принципе, я могу побить гончую. Ну-ка, давайте прочитаем, что это такое. Страж. Когда существо противника встает напротив пустой ячейки, карта с этим символом занимает эту ячейку. То есть, куда бы я ни встал, мне все равно жопа. Ладно, черепаха-гризли.
Ну ладно, все равно какая разница, да? Я не могу больше взять карты, поэтому давай. И гадюка сейчас опять отравит мой золотой самородок. Бессмыслица какая-то. Ладно, кто у меня там еще? Да, тебя-то мне не хватало, кошка. Ну ладно, пускай будет. Пускай будет. Если что, я могу взять кошку и спасительную белку и сделать все красиво. Я почти тебя одолел. Так, черепаха-гризли. Давай берем. Кого он теперь? Опять в старателе? А, это легкий босс. Нацелься на мула. В смысле, если я убью мула, я убью старателя? Так, ладно, гадюку не трогаем. Наверное, да? Хотя почему это? Почему это не трогаем гадюку? Я могу поставить кошку. Ай, не могу поставить кошку. Да, я не могу поставить горностая, не могу поставить кошку, но у меня есть черепаха. Черепаха гризли. Хотя я могу, в принципе. Я могу, в принципе. Ладно, пока не буду. Пока ладно. Так, я убил мула. Ты умираешь? А, гадство! Мой мул! Ау. Ну ладно, это не страшно. Теперь у меня есть куча новых карт. Ладно. Ну, он почти повержен. Я почти его одолел. Теперь можно... взять всех ва-банк. Да, я могу поставить кошку, я могу поставить белку, я могу поставить оленя. Потому что олень бьет очень сильно. Конечно. У меня аж мало карт. И ведь действительно, у меня больше нету моего волка. Мой бессмертный волк. Сдох. Ладно, мы должны поставить оленя. У меня есть белка. Белку ставим сюда. Убиваем ее, делаем кошку. Кошка, белка, белка, кошка. Кошка, белка, кошка, олень. Олень, кошка, белка, змея. И все. Да. И ты умираешь. Вот такая простая логика в этой игре. Позволь мне вновь зажечь твои свечи. Я тебя пока не убью. Сам дьявол признал мою восхитительную натуру. Ты первый за долгое время, кому удалось справиться с боссом. В качестве награды тебе разрешается выбрать редкую карту. Выбирай с умом. Это же. Бедное брошенное дитя. Она не умрет, если принести ее в жертву. Но хватит ли у тебя духа это сделать? 13-е дитя. Звучит как жертва какого-то эксперимента или типа того. А, гек. Скучный гек. Может, ты найдешь ему применение? У него даже свойства нет. Юраули. Юраули. Юра-Юли. Не, Юраули звучит лучше. Столь грубая сила не нуждается в разъяснениях. Но она опять, она скучная. Ну семь. Ну четыре. Четыре жертвы. Четыре же. А ты как кошка. И все. Ты как кошка. И в чем прикол? Много жизней. Только пафосное название, а здесь... Блин, да он уделает даже гризли. А у меня... Нет, блин, у меня... Вот... Мне надо наделать кучу бессмертных существ. Тогда я смогу вызывать Юраулей. 13-е дитя. Ну да, тут, по-моему, выбор очевиден. Я выбираю Юраулей. Хотя, опять же, 13-е дитя, может быть, она была бы какой-нибудь анимированной и тоже бы раскрыла какой-то сюжет. Но, к сожалению, я выбрал страшное непонятное существо.
Удары кирки старателя все еще гремели в ушах, но ты продолжил свой путь. Я в джунглях. Едкий запах гнили и плесени пронизывал влажный воздух. Каждый шаг отзывался звуком ползающих существ. Ты с опаской вошел в болотистый край. И на этом мы сегодня закончим. Спасибо большое, что смотрели данный ролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, клацайте на колокольчик, и я буду ждать вас в следующем видео. Всем удачи и пока-пока!